Всем привет, с вами Денчик. Я вот тут решил пройти Сталкер. День Чернобыля. Это такая прям вот ностальгия меня нахлынула. Захотелось все-таки пройти еще раз. На максималке, конечно же. На самом сложном уровне сложности. Получается так, на мастере, да. И я постепенно буду проходить, выкладывать видео на канал. Ну, это будет как бы отдельно от всей моей основной темы. То есть от видео настроек и так далее. Что ж. Начинаю тогда на мастере. Да, погнали. Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете... Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Ну, я проходил уже раз 10, так что как опытно был. Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Да, ничего у него нет. Ты бы еще консервных банок насобирал.
Ничего нет, ничего нет. Ну, удачной охоты, сталкер. Эх, погнали. Ух ты. Как давно я здесь не был. Привет, парни. Подходи, пообщаемся. Если сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролёров, за что монстрами обзывать? Ничего, ничего нету, кроме бинокля. Да уж. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Может, шустрый, где его найти? Завязывать пора. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Ничего. Только нормально. Пусть не мельтешит здесь. Прорвемся. Конец. Короче, не зря же оружие убрал. Сколько неба копчу. Так, что у нас тут было? Ничего, ничего, ничего. Я знаю, здесь секретик есть. Ну и чё? Да он вчера в трамплин попал. Ну попал, и чё? Ничего не дал. Так, погнали. А поновее ничего нету? Да выйди уже отсюда. И что же оно за выжигатель такой? Правда, оружие убрал. Говорят... Или брешет. Оружие убрал. Все равно она подлагивает. Хоть как. Хоть на ультра, хоть на низком. Загрузка текстур где-то. Чё ты орёшь? На тебе аптечку. Не, не туда. Ты как надо, да? Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим Владере обязательно передам, что ты не нужен. Пистолетик, водочка. Ну, собачки нам нахер не нужны. Ой, ненавижу эти лаги. Так, нам сюда. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Так, предупредил Волк, дополнительные вопросы, да, сколько? Сам. Да. Пойду сам разберусь. По-мастерски. Так, три человека. Значит, поцеловались конкретно в зоне две точилы. Из одной сталкеры вырывались, из другой. Короче, пошли тут тёрки, разборки, махалова конкретно. А контролёр на нычке сидит и лыбу давит. О, зашибись! Ща поляна накроется. Не стыдно и братанов чисто на хазу позвать. Тут, сука, чё я не умираю? Быстро, обходи. Полетел. Надо вспомнить всё, как было. Кондёха веселее!
Ты должен упасть с одного патрона, сука. Пал. Так, дробашек. Где-то тут близко, сука, привет. Выходи. Так, у меня бинтик вот здесь. Так, есть. Типа не шумим. Где он? Сука, вон он. Да ладно. Да ладно, умею, да. Да где твоя башка, сука? Прикольно, они всегда это делают. Все, по-моему. Еще нет. Еще слышу кого-то. Бля, какой он косой. Чё, ты выйдешь? Телек прям улетел. О! Да ладно, блин. Пацаны! Два патрона в голову. Это мастер. Водичку не берем, не берем. Что у нас там вверху? О, ящичек есть. Братцы, я тут! Выручайте! И ничего нету. Так, погоди, чувак. Что вообще происходит? Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Давай флешку. Так, есть. И тебе спасибо. Так, мне нужна работа. Давай. Костюм. Давай. Костюмчик, да, приведу. Так, мне нужна работа. Что там до встречи? Торговать нечем. Давай, пока. Это разбивается? Нет. Что-то по-любому есть, по-любому там что-то есть. Не зря тут так все. Так. Ах ты, сука, ничего нет.
что тут еще может быть? Не долетел. Все. Взял и порешил, правильно. Что теперь? Все? К волку. Что тут надо? Сука, найди сюда. Сохранимся. Пробежимся. Давай, давай, детка. Хочешь получить пуга? Ты тоже? Молодцы. У меня патронов-то не было. Чего вы заскучали, мужики? Сейчас надо все продать. Ну, здорово. Здорово. Флешка. Да. Есть. 1500 денег. Флешка. Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе по большому счету нужно искать своего стрелка. Так ведь? В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там нетронутые, прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я узнаю... Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы, явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Конечно. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку, потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи. Так, отлично. Поторгуемся. Ой, это надо удалить все. А хотя у него тут что? Тоже надо... А, подожди. Здоровье у кого из них поболело? Вот этого. Цельный-цельный. Патроны на картечь. Водку оставим. Ну, в принципе, здесь мне нужны антирады. Похавать. В принципе... Ну, хера себе, накупил себе на похавать. 600 рублей! Дойди. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще? Заходи. Может, что еще есть у него? О! Притащить. Что там еще есть? Мне нужна работа. Убить.
Мне нужна работа, зачистить местность. Найти артефакт. Что там еще? А, все? Угу. По параллельно будем их выполнять. Ну, проветришься, заходи. Так, продолжаем. Уже убрал. Как же сенс-то большой. О, что-то нормально. Короче, они получили патроны. Короче, потерялся бандюк в зоне. Ну, изголодался, там оборвался. Придет уже, куда глаза глядят, и орет. Помогите кто-нибудь, ну помогите в натуре. А тут из-за дерева выходит пара сталкеров. Ну чё ты разорался? А он к ним: пацаны, ой, пацаны, выручайте, пожалуйста, пацаны. А они ему автоматным стволом в грудь уперлись. Стоят, смотрят, удивляются. Хе, пацаны, ты гляди, как тут так сразу: пацаны, выручайте, пожалуйста. А как на свалке, так сучары и педрилы? А хорошо. Обновили, ничего нет? Что это? Не убивайте! Нет! Так, поэтому мне нужно найти, хорошо. А дальше что? Так, этого я взял. Тоже хабар пошел. А, вот здесь что-то хабарчик какой-то синенький. А, вот он. Неплохо. А вот анекдот. Так. Уничтожен бандит. Это что такое? Гранатка, это не туда. О, у меня есть нормальная фора. Ух ты. Привет, парни. А у меня патронов, как всегда, нет. Ну, ё-моё, что ж за бред? Давай, побегаем. И в жопу. Первый. Чё, тут есть чё? Нет ничего. Сука, иди сюда. Это чёрная. О. Иди нахер. Нету ничего, нету. Ты чё, я медузу нашёл, что ли? Ну да, радиация плюс 5, плюс 5. Отлично! Я тут военных забрал. Оружие убрал. Помогите кто-нибудь, ну так, помогите, подожди. В натуре! А тут из-за дерева патрончики. Выходит пара сталкер. Ну чё ты разорался? А он к ним: пацаны, ой, пацаны, о, выверт, отлично. Пожалуйста, нужна работа. Мутант, давай. Автоматным стволом грудь до встречи. Стоят, смотрят, так, подожди, я же заубил. Пацаны, ты гляди. По-моему, у Сидоровича это было. Ну, здорово. Я по поводу задания. Отлично. Медуза есть, водка есть, добыть артефакт есть. Мне нужна каменный цветок. Ну? Удачной охоты, сталкер. Оружие убрал. Так. Друг, 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 кордон. А ну теперь я расскажу. Короче, бывалый сталкер. 3 года по зоне шастал и даже в баре не показывается. Стоит у камня наперед и читает. Направо аномалии, вперед монстры. Оружие убрал, боки идет. Помозговал, помозговал, да и пошел вперед. Теперь нужно сюда. По-моему, мне будет военный мешать.
Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Может забрать мне пару автоматов? Голову попадать будешь? Блин, там хэт один был. Вот он первый. Второй. Один остался. Сейчас подберем калашек. Если попадем еще. О, готов. Ай, блин, застрял. Да иди на. О, сука. Вот это я подохренел. Хорошо приложил, гада. Так, калашик. Тут еще где-то был. Вот, оружие. Еще один. АК. Где тут еще? Где я его убил? Так, первая точка. Подобрал. Две точки впереди. Подобрал. Этого. Все, подобрал. Трое было. Оружие убрал. Теперь смотрим, что у нас тут. Два калаша. Три калаша. Оружие. Патронов мало. Да убрал на стол. Пойдем. Продадим. Ну здорово. Здорово. Так. Ух ты, ленты сразу сколько у меня. Нормальных жилетиков. Так, калаш первый, второй, третий. По цене можно продать. Вот этот, вот этот. А, оставляем. Вот это мне нужно. Пистолеты оставляем. Вот выверт, радиация, разрыв. Поставим. Сколько? 60 тысяч. 24. Так, о, МП-5 у меня есть. Гадюка. Ну, так, калаш есть, это есть, это есть. Глушитель, если что, патронов мало. Тут у него нет патронов, ладно. Неплохо. Хорошо. Ну, проветришься, заходи.